Всем привет, друзья! С вами снова Дэнни. И сегодня я расскажу вам про новый осенний сезон, который продлится с 3 по 10 октября. За прохождение этого сезона на 50% вы получаете мини JCV 2012 года, а за прохождение на 80% Koenigsegg One. За прохождение серии сезонов на 50% вы получаете Cadillac Limousine, а за прохождение на 80% Ferrari 166 MM. Теперь о самых интересных наградах за чемпионаты. За первое место в чемпионате осенних игр вы получаете эмоцию Depp. За первое место против драйватаров уровня опытный в спринт-кроссе в Роногской лощине вы получаете Mercedes-Benz E63. За первое место против драйватаров уровня опытный в спринте в Уотерхеде вы получаете Alfa Romeo 8C Forza Edition. За первое место против драйватаров уровня опытный в осеннем чемпионате сообщества вы получаете Jeep Wrangler Unlimited Design. И за первое место против драйватаров уровня непобедимый в командном спринт-кроссе в Бару Бамбара вы получаете новый Volkswagen ID.R. С чемпионатами все, теперь расскажу вам, как пройти новые сезонные выходки. Первая выходка называется «Мостовая надстройка». Это скоростной участок, в котором вам необходимо удерживать скорость 174 км в час. Выполняется довольно легко на любом управляемом автомобиле с хорошей скоростью. Я прошел эту выходку на Ford GT 2017 года. Следующая выходка называется «Ферма». Это полицейский радар, в котором вам необходимо набрать 322 км в час. Здесь вам понадобится автомобиль с хорошей максимальной скоростью. Но я прошел эту выходку на хот-роде Ford Custom 32 года. Следующая выходка называется «Обзор с вершины». Это знак «Опасно», в котором вам необходимо набрать 190 метров. Здесь довольно сложный подъезд, но подойдет любой управляемый автомобиль с хорошим ускорением. Ну а я по традиции прошел это испытание на Rally Fighter. С сезонными испытаниями все, теперь я расскажу вам, как пройти новый недельный форзафон. Первое испытание называется «Вкуснотища». Для его выполнения вам понадобится Lamborghini Huracan 2014 года. Найти его можно на аукционе, ну а все, что от вас потребуется, просто выйти из гаража. Следующее испытание называется «Буря и натиск». Для его выполнения вам необходимо продемонстрировать технику «Разрушительное ядро» всего один раз. Ну а для выполнения этой техники вам необходимо разрушать объекты вокруг себя. Следующее испытание называется «Призовой бык». Для его выполнения вам придется немного попотеть. Здесь вам необходимо набрать целый миллион баллов за технику. Проще всего это сделать со специальной песней. Последнее испытание называется «Мы уже приехали». Но здесь от вас ничего сложного не потребуется. Вам необходимо просто накатать 13 километров. С испытаниями все, теперь поговорим о наградах. В этот раз в магазине Horizon можно купить эпическую золотистую кожаную куртку и легендарный красный мотосвитер, а также редкий Mercedes AMG GT4 Dur за 500 очков. Ну а главный приз за этот форзафон – это эпический Aston Martin Super Ligera за 575 очков. Ну а на этом все, друзья. Не забудь поддержать меня лайком, оставить комментарий и подписаться, чтобы не пропустить следующий сезон. Всем пока и удачи с выполнением заданий!